Ну, зовут меня Игорь, фамилия Макавчик. Работаю на Городейском сахарном комбинате, инженер-механик фруктового цеха. На сезон предложили сесть на комбайн Rexor 6300 Platinum. Первый сезон, первый комбайн, как бы все устраивает, комбайн работает замечательно, можно сказать, отлично. Производительность тоже очень хорошая. В комбайне устраивает все полностью. Никаких там недоработок, все отлично. К комбайну надо привыкать, то есть не очень он сложный в эксплуатации, но за техникой надо смотреть, если смотреть за техникой, комбайн будет работать. Вот. Производительность комбайна в сутки примерно 30 гектар. Мы работаем 24/7 с напарником. 15-16 гектар на 12 часов мы выкапываем. То есть примерно 30 гектар, 35 можно выкопать за сутки на нем. При чистой свекле. Очень большой бункер. Это очень помогает при транспортировке бурака. Бурты не надо будет очень много ложить буртов. Потом меньше затраты на вывозку свеклы и на буксировку. В принципе, про управление все идет с бортов, с компьютеров. Два компьютера есть у нас, на котором есть рабочие органы и работа управления двигателем. Также на комбайне стоят три камеры, которые помогают тоже очень в работе в ночное время, в дневное. Все тоже выводится на экран. Как бы вот это именно хвост комбайна, это транспортер и выгрузной транспортер, когда мы выгружаемся в бурт. Вот это очень тоже помогает в работе. То есть, если где-то что-то забивает, сразу камера показывает, где какая неисправность. Ну и также показывает на бортовом компьютере. Вот. Все регулировки как бы понятные. Ну, на каждое поле нужно свои регулировки. Какое поле там, твердое, не твердое, горное, не горное. Ну, все настраивается в течение там 10 минут. И как бы, я думаю, если человек работал на технике, то это будет не очень сложно разобраться и понять этот комбайн. Так как комбайн работает в автоматическом можно режиме, автопилот есть. Если свекла чистая, он ведет именно по родках. Также он улучшает копку свеклы. Вот, чем в ручном режиме. Остальное управление джойстиком во время работы. Смотреть стресс ботвы, чтобы был бурак чистый. Глубина копки, чтобы бурак не ломала, а полностью выкапывала его. Ну, все, в принципе, бункер показывает тоже у нас на экране. Уже контролируем сами бункер, где выгрузка идет, борт по длине гона. Ну, в принципе, все ошибки тоже выбивают на компьютер нам. На это есть сервисная служба полыми, которая нам помогает. Ну и руководство по эксплуатации. Все на русском языке, все понятно, все. Если прочитать, там все расписано четко, понятно, ясно. Если комбайн будет работать в хороших руках, я думаю, что на сезонов 10 его хватит, то и больше. Как бы заводу, я понимаю, заводу нравится комбайн. И надеемся, что будут еще покупать такие комбайны в эксплуатации и в обслуживании. Он тоже очень легок и прост. По качеству уборки достойно, можно сказать так. Вот. Вот сейчас у нас бункер будет полный, компьютер покажет, что бункер полный, мы выгрузимся.
И поедем дальше убирать. Вот. Как бы управление все идет только джойстиком у нас. В кабине штатная магнитола, кондиционер, есть холодильник. Ну, в принципе, все для работы механизатора. Да, ну 30 гектаров мы в сутки выкапываем. В ночное время освещение комбайна идет как днем, все видно. Не помню точно сколько, но по-моему около 20 светодиодных лампов стоит на комбайне, все освещивается. Те же самые подсветка камер идет. Ну, то есть ночью работать как днем. Ничего нету сложного. Просто надо привыкнуть, что работа ночью – это сама по себе сложная работа. Комбайн себя зарекомендовал очень хорошо. Вот, сейчас мы будем выгружаться. Выгружается комбайн в течение минуты. Как бы комбайн находится на гарантии полымя. Вот, комбайн уже наработал 500 моточасов. Первая замена была на 50 моточасов, редуктора масла, все меняется быстро, качественно, все в срок. Меняли масло уже в моторы на 250 моточасов, и сейчас будем менять масло на 500. Вот. Сервисная служба полымя всегда на телефоне, всегда с нами на связи, всегда приедут, проверят, как комбайн работает. Созваниваемся с сервисом. Вот, никаких нареканий на сервисную службу по запчастям нету. За месяц службы комбайна комбайн никогда не простаивал там больше, чем пару часов. Вот, как бы всегда он в работе у нас. Да, еще комбайн 16 метров длиной, но очень он верткий. Как бы радиус разворота 8 метров всего лишь. Ни одна легковая машина так может не развернуться, как комбайн 16 метров длиной и 34 тонны весом. Да, еще хотелось выразить благодарность Полымя Агро за хорошую работу, за хороший сервис. То, что всегда в первую очередь помогают, чтобы Полымя Агро всегда процветало, всегда и шла на первом месте в области по сервисному обслуживанию. Ну и, конечно, поставляла такую технику в Республику Беларусь, чтобы все могли покупать такую технику и работать на такой технике. Вот, спасибо Полымя Агро.